Всем привет, народ! В этом видео я вам буду рекомендовать ветки к прокачке. Это видео будет очень интересно для новичков. Я, конечно, хотел бы растянуть это видео и на полчаса и рассказать о каждой ветке свое мнение, чтобы люди поняли, почему не стоит качать ту или иную ветку, но это сильно длинно будет, поэтому только те ветки, которые я рекомендую. В этом видео не будет рекомендаций по прокачке легких танков, поскольку легкие танки это уже не в первую очередь, на мой взгляд, надо прокачивать, а уже хотя бы второй, третьей веткой, чтобы человек хоть чуть-чуть немного освоился на картах, потому что в первую очередь первая ветка качать ЛТ это жестко. Если вам это будет интересно, по ЛТ можно поговорить в отдельном видео. Итак, в первую очередь, если вы насмотрелись на ютубе каких-то других советов по прокачке танков, можете про них забыть, поскольку здесь не будет таких же советов. Я полистал видосики, которые есть на ютубе, не сильно много, потому что у меня кровь зла пошла. Люди рекомендуют ветки, которые уже устарели, и играть там буквально почти на всех танках невозможно. Именно четкие офигенные ветки, которые от начала до конца можно вручную самому прокачать. Ну и в конце будет небольшой бонус для тех, кто не только руками качает, но и баблом. Первую ветку, которую могу вам порекомендовать, это советские средние танки. Единственный спорный танк в этой ветке это Т-43 на 7 уровне. Да и то, я на нем играл не сильно давно. Танк не настолько ужасный, как люди вообще просто боятся его. Если использовать скорость и объезжать, все нормально на нем делается, и танчик в принципе пройти можно. Но, конечно, если на нем в лоб натяжей лезть, вы ничего не сделаете, как в принципе на большинстве СТ. А так вся ветка советских СТ это очень офигительные танки с низкими силуэтами, рикошетной броней, которая иногда будет вам прощать ошибки, но прям целенаправленно на нее надеяться не стоит. Также еще скорострельные пушки, которые могут держать на катках, и просто с мобильностью можно крутить врага как угодно. Ну и также менять позиции на карте будет очень приятно. Единственное, что пушки в этой ветке опускаются так себе, 5-6 градусов. Поэтому вам нужно это учитывать, что на этой ветке нужно учиться играть от рельефа, чтобы у вас танк был всегда скрыт всякими холмиками небольшими, а пушка при этом еще и опускалась. Возможно, эта ветка не всем понравится, а кто научится на ней играть, поймет, в чем ее фишка. Следующая ветка, которую хочу вам порекомендовать, это ветка американских средних танков. Да, там есть, конечно, спорные танчики, их всего лишь два. Это на 4 уровне М3 Ли, у которого нету башни, но если вы на 4 уровне поймете, что это танк без башни и на нем нужно играть как на ПТ, то вы удивитесь, что при Альфе 110 у него очень дикая скорострельность. И на 4 уровне средний урон в минуту 2200. Просто на нем не нужно играть как на СТ. Просто подумайте, что это ПТ, и все будет нормально. Ну а на 8 уровне Першинг, конечно, удивит вас своей говняной пушкой. Она корявенькая, дряхленькая, и пробитие такое себе. Если немножко подзаряжать голдецо, то в принципе можно будет эту ветку пройти, но да, зубы будут скрипеть еще как. Но в целом вся ветка, она очень хорошая тем, что она гармоничная. На всех этих танках вы сможете играть через холмы, бугры, играя от башни. Там у всей ветки очень хорошие УВН в районе 10 градусов. Очень хорошая альфа у танков. Вы сможете выезжать через холмик, давать большую альфу, закатываться назад. При этом нужно будет смотреть вокруг себя, что происходит, чтобы не подставлять борта башни. Танки в целом очень удобные, играть на них легко. Особенно стоит обратить внимание на 7 уровень Т-20. На нем очень хорошо новичкам учиться играть. Он научит вас играть через рельефики. Он довольно-таки имбовый, хороший у него обзор, УВН, подвижность. Но он ватненький, поэтому он вас научит контролировать карту вокруг себя. Ну и если вы захотите идти дальше по ветке, то на 9 уровне вас ждет Паттон, довольно-таки хороший танк, но немного устаревший. Немного у него уже дряхленькое пробитие, и в целом он такой просто нормальный танк. Ну а на 10 танке Паттон это, конечно, очень жесткий танк и очень хороший. Там уже немного появляется брони, очень стабилизированная хорошая пушка и здоровенный обзор. Ветка очень хорошая для обучения игры через рельеф. Если советские танки вас научат контролировать каждую мелкую кочечку,
то американская ветка СТ научит вас контролировать врага за холмом, разводить его на выстрел на ватном танке, качаясь вперед-назад и делая вид, что вы выкатываетесь, но в самый последний момент останавливаетесь, откатываетесь назад, враг промахивается, и вы спокойно выезжаете, даете урон. То есть эти ветки очень важны для прокачки, для того, чтобы вы освоили кое-какие навыки в этой игре. И уже потом сами выбрали себе свои любимые танки, возможно, Т-20 или Т-54 или М48 Паттон, какой вам понравится, вы потом будете с этим багажом умений играть на этих танках в удовольствие. Следующая ветка, которую хочу вам порекомендовать, это британские средние танки. На низких левелах очень быстрые ватные танки с большой скорострельностью и хорошим пробитием. На них можно играть дерзко, агрессивно, можно играть с кустиков, менять быстро позиции и буквально дырявить врагов скорострельными пушками с пробитием, но небольшой альфой. В этой игре научиться играть от скорострельности очень важно. Ну а что касаемо высоких уровней, начиная с 8-го, там уже танки более медленные, но с крепкой бронированной башней, с высоким пробитием и альфой. То есть на них нужно играть через холмы от башни, нанося высокую альфу. Танки довольно-таки интересные, хорошие и сильные, если будете внимательно хорошо на них играть. Это те три ветки, которые я вам 100% рекомендую полностью к прокачке, если вы собираетесь без доната и без денег проходить эти ветки. Полностью сами своими руками, возможно с прем-аккаунтом, возможно без, но вы сможете эти три ветки прокачивать спокойно и играть на каждом танке из этих веток. Следующие ветки, которые я могу вам порекомендовать, в них уже, скорее всего, больше упор на то, что вы потратите деньги, либо соберете большое количество свободки, используя резервы, либо накатав большое количество боев, и потратите эту свободку на прохождение плохих танков. Чехи и британские ТТ. Что касаемо чешских средних танков, то у них вся ветка в принципе очень хорошая. Есть и имбовый 6 уровень, и имбовый 9, и имбовый 10. Но на 8 уровне очень тяжелый танк. На нем крайне тяжело и сложно было играть даже раньше, а сейчас, наверное, тем более. Но, конечно, с кустов можно постоять, пострелять, он больше ничего не может. Танк очень здоровенный, модули ломаются, играть тяжеловато. А прокачивать его с нуля тем более. Поэтому хотя бы свободку, чтобы вывести этот танк в топ, вам крайне необходимо будет потратить. А еще лучше пройти его за свободку и вообще на нем никогда в жизни не играть. Ну а так в целом в этой ветке очень много прям жутких имбовых танков. Поэтому ее я вам рекомендую, но с кое-какими условиями. Ну и последняя ветка, которую я вам могу рекомендовать, это единственная ветка тяжелых танков, это британские тяжелые танки. Почему я эту ветку рекомендую в конце? Потому что в ней тоже лучше всего пройти все за свободку до 8 уровня. Конечно, можно прокачать и руками, но там вот эти черчилля, просто вы в бою, когда будете их встречать или уже встречали, просто вызывают только смех. Если есть возможность, да. 8, 9, 10 уровень, Кернерван, Конкуэрор и Супер Конкуэрор — это очень хорошие имбовые танки. У них крепчайшие башни, у них офигенно стабилизированные ДПМные пушки и хорошие УНы в 10 градусов. Они бронированы только со лба. Конкуэрор на 9 уровне — это, наверное, один из моих любимейших танков в этой игре. Наравне с Е50. А Е50 это просто мой самый любимый танк в этой игре. Но почему же я не порекомендовал Е50? Потому что у Е50 такая же проблема. Средние левела в районе там Пантер вызывают смущение у людей, поскольку они не умеют играть на больших ватных танках, я их называю коробки просто, в крысу. И эти танки очень легко, в принципе, проходятся и без доната. Я бы с удовольствием эту ветку порекомендовал. Но их можно пройти без доната, если есть у вас какой-то навык игры. А если вы потратите на эту ветку деньги, а потом научитесь играть, и потом, да я бы сам прошел, непонятно. То есть не в первую очередь ветку Е50 я могу порекомендовать. А прям первой веткой вам будет тяжело на больших танках средних без брони, которые размером с тяжелый танк, играть в крысу, потому что вы не сможете на первой линии на них бодаться. У них малюсенькая альфа, они здоровенные ватные и
у них очень легко катки сбиваются, и в принципе их легко дамажить. Но если вы научитесь играть, вы поймете, что у них очень офигенные, стабилизированные, с большим пробитием, точные пушки. И вам следует только лишь занимать хорошие позиции, и все. И это вся суть. А Е50 это просто мой любимый танк в этой игре. На 9 уровне. Е50М ничем не хуже, просто на 10 уровне, а 9 уровень просто лучше. Поэтому Е50 это мой любимый танк вообще в этой игре. Вот такие мои рекомендации по прокачке танка в игре World of Tanks. Здесь нету каких-нибудь кончен, ПТ, арты, дурацких тяжей. Здесь только четкие танки, которые вы сможете прокачать. Ну и когда у вас наберется опыт, можно, конечно, еще прокачать легкие танчики. ПТ в этой игре, честно вам скажу, можете вообще не качать. Вообще забудьте, что они существуют. Конечно, нужна какая-то ПТ, чтобы выполнять ЛБЗ. Можно купить либо премтанк ПТ-шку, либо выкачать какой-нибудь Cherry Water британский 8 уровня, либо Waffentrager 9 уровня немецкий. В принципе, все. Спасибо за внимание, играйте красиво, пока.